Самаре на городских очистных сооружениях прошло выездное заседание Комитета по развитию городской инфраструктуры, ЖКХ и экологии Самарской городской думы. Депутаты совместно с руководителями РКС Самары обсудили планы по совместной работе и оценили ход модернизации объекта, который завершится этой осенью. Подробнее в нашем сюжете. Более чем на 98% готовы к работе новые системы на городских очистных канализационных сооружениях. С момента запуска объекта в 70-х годах это первое и самое масштабное обновление. По инвест-программе РКС «Самара» в рамках федеральной программы оздоровления Волги» установлено современное оборудование, построен комплекс доочистки и внедрены наилучшие доступные технологии. Уже в конце этой осени все будет работать в полную мощность, что позволит улучшить качество очистки стоков. Как идут работы по модернизации, оценили депутаты городской думы в рамках выездного заседания экологического комитета. Наша основная задача сегодня – это показать и отчитаться перед депутатами о проделанной работе и о реализации тех средств, которые поступали и наших собственных, и федеральных, и областных, и городских. В ходе осмотра очистных сооружений и заседания комитета депутаты и руководство РКС «Самара» обсудили дальнейшую совместную работу. Нужно решить ситуацию с приемом жидких бытовых отходов, продолжать подключение всех домов к центральному водопроводу, проводить беседы с жителями о коммунальной культуре, как пользоваться канализацией в отдельной квартире, чтобы не выводить из строя всю систему. Здесь нет предела совершенства, то есть какая бы техника современная, которую мы сегодня увидели, не участвовала, мы можем, так сказать, продолжить ее срок эксплуатации. Каким образом? Это повысить культуру пользования вот этим цивилизованным благом. На следующих заседаниях участники комитета планируют ознакомиться со строительством новых крупных водоводов в Красноглинский и Куйбышевские районы. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.